А вот жителям города Дзержинск сейчас совсем не до праздников, но оптимизма они не теряют. Рассказывает Анна Потагина. Во время Первой мировой войны в поселок Растяпин из прифронтовой зоны были эвакуированы предприятия по производству пороха. Это и определило дальнейшую судьбу поселка. В 1930 году Растяпина переименовали в Дзержинск и присвоили ему статус города. Уже во время Великой Отечественной Дзержинск стал основным химическим центром Советского Союза. Сейчас Дзержинск входит в сотню городов с самой загрязненной атмосферой. Город до предела начинен экологически опасными производствами. Много старых предприятий с морально и физически изношенным оборудованием. Однако проблемы с чистой водой и свежим воздухом для жителей химической столицы далеко не на первом месте. Дороги – первая проблема. Совершенно невозможно ездить ни на машине, ни на автобусе. Ну и, наверное, пенсионеры, ведь им же не платят. Однако в любом городе, даже в самом неблагополучном, есть люди, сохраняющие оптимистичный взгляд на мир. В Дзержинске все знают семью Лебедевых. Они отдали химической промышленности 7 десятков лет. Елизавета Александровна возглавляла отдел совнархоза. Владимир Васильевич был директором крупного предприятия. И всю жизнь он коллекционировал бабочек. Им собрано почти 12 тысяч экземпляров. Он знает про бабочек почти все. Много лет назад он даже помог спасти от гибели парк в Ясной Поляне, когда там расплодились какие-то прожорливые бабочки. Он предложил развести там другой вид этих насекомых, без труда уничтоживший нежданных пришельцев. Живут Владимир Васильевич и Елизавета Александровна вместе уже 65 лет в любви и согласии. И к тому, что происходит сейчас, относятся философски. А по-моему, очень интересно. Мне нравится сейчас, потому что интересно наблюдать, как идет. Ведь все-таки, знаете, мы живем очень много. За 80 с лишним лет можно увидеть всю, как все изменялось у нас. Анна Потагина, Дзержинск, телевизионная служба новостей.